Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Друзья, трагические новости. Администрация Ордонского района в РСО «Алания» рассказала о смерти Марины Габуевой, врача Ордонской районной больницы. Как стало известно «Регион онлайн», изначально медика отправили лечиться домой. Но в какой-то момент ее состояние резко ухудшилось. Сотрудника больницы госпитализировали, но стабилизировать состояние не смогли. Вирус дал несовместимое с жизнью осложнение – тяжелая пневмония, рассказали в пресс-службе администрации Ордонского района республики «Северная Осетия Алания». Представители руководства района отметили, что медик стал большой утратой для коллектива и больницы, а также для всех, кто ее знал. Родственникам врача соболезнуют. Ранее федеральные власти обещали выплаты семьям врачей, которые во время исполнения своих обязанностей погибнут из-за новой инфекции. Но в официальном сообщении об этом речи не пошло. Кроме этого, ранее в Северной Осетии скончалась врач, у которой был выявлен коронавирус. Она работала в одной из поликлиник, женщине было всего 49 лет. Об этом телекомпании «Осетия Ирестон» сообщил глава Минздрава республики Тамерлан Гагичаев. Наша коллега безвременно скончалась. Очень грамотный, честный, добросовестный специалист. Она всегда приходила на помощь, никогда ни в чем не отказывала. Это тяжелая утрата. Общее число заболевших медработников уже выше 200 человек, сообщил Гагичаев. Среди них врачи, медсестры, санитары, уборщики, водители скорых. Министр в очередной раз напомнил, что для того, чтобы не подвергать риску медработников, все граждане должны проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции. К слову, в Северной Осетии самый низкий уровень самоизоляции среди российских регионов – 2,2%. Об этом сообщил министр здравоохранения Тамерлан Гагичаев во время прямого эфира. Именно с низким уровнем самоизоляции Тамерлан Гагичаев связывает высокий уровень распространения COVID-19 в республике. По его словам, люди, которые не соблюдают режим самоизоляции, думают, что их это не коснется. Тем самым подвергают опасности свое здоровье и здоровье своих близких. В республике на 10 мая зарегистрировано 1575 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Также глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 9 мая подписал указ о продлении нерабочих дней в республике до 31 мая, сообщает его пресс-служба. Текст указа предписывает жителям республики с 12 мая использовать маски и респираторы, а также перчатки при поездках в общественном транспорте и такси при посещении торговых и других объектов. Рекомендовано ограничить число участников траурных обрядов, обеспечить требуемую дистанцию между ними и наличие средств защиты органов дыхания и дезинфекции. Дополнен также список организаций, которые будут работать во время режима повышенной готовности. Документ освобождает жителей республики от штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и принудительное взыскание долгов.